CSBR Club, спецвыпуск, погнали. 18 октября в Плане Б прошел CSBR концерт. Его снимали Undertales. Выступления каждой команды Cruel Mistress, Bolivar Cola, Restoned, Electric Lords можно посмотреть на Ютубе, что и надо сделать. Дальше. А теперь время для новой рубрики «Спецкухня». Смотрим прямо сейчас. В этом выпуске мы готовим пиццу. Привет, друзья, это выпуск и наша новая рубрика «Готовим по CSBR». Моя подруга Алена, она будет моим ассистентом. Вот. Итак, чтобы приготовить пиццу по CSBR, нам нужно тесто слоеное, томаты. Я решил сделать программу с ног. Короче, кучу всякой ветчины, терка, сыр. Вот, Алена, бери, натирай сыр. Я, значит, уже раскатал тесто. И да. Смотрите, сначала, значит, тесто, потом соус из кетчупа и майонеза. Прокладываем, значит, промазываем тесто, да, на противень его выкладываем, потом кладем вам мясо, да, порезанное, и ставим в духовку в температуре 200 градусов на 10 минут, и фоном обязательно должен играть Киос. Что? Каос. Каос, я как сказал. Киос. Каос. Здесь мы достаем противень, кладем туда сыр, который должна была натереть Алена, ананасы, юг, ананасы, все дела. И томаты, только в обратной последовательности. Спустя 5 минут потом у нас, пожалуйста, получается... Не хочет сниматься. Вот, такая пицца. Вот такая пицца. Сербя, которую мы сейчас попробуем на это, на противень. С вами, значит, вот... Пицца по CSBR готова, у нас ушло где-то полчаса. С вами была Алена и Галя, специалист. Всем CSBR Club и Думкоу. Спасибо. 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 Спасибо за спасибо. Спасибо. Спасибо за спасибо. God damn hero. Что не показал? А, я же показал. О, я снял, как Алена показывает Думкоу. Кто здесь? Кто здесь? В эту пятницу я приглашаю тебя на первый CSBR Хэллоуин! Да-да, в эту пятницу, 25 октября, в Blur Cafe будет первый CSBR Хэллоуин. Он вообще самый первый в этом году. Будут вонзать Крип Джейнтер, Боливар Кола, CSBR Experience и специальные гости из Королева Даева. В мерче CSBR, который, кстати, можно приобрести на концерте или костюме по Хэллоуину за 100 рублей или просто вход 200 рублей. Куча конкурсов по репостам, можно даже прийти на халяву. Если ты часто ходишь на концерты, ты уже обратил внимание, что каждый из посетителей имеет свой способ выражения эмоций и угорать, когда звучит отличная музыка и идет сила рифа. Сейчас я предлагаю тебе посмотреть небольшую сценку, как ваш покорный слуга-специалист пародирует наших завсегдатых гигов. Смотри, учись и разрабатывай свои методы угорания на концертах. Главное, не разбей аппарат. Роман Кругляков, он танцует вот так. Тимофей Дикхэр, бас-гитарист группы Крип Джейнтер. Итак, Илья Даск, гитарист группы Крип Джейнтер. Я думал, что он говорит, когда танцует. Как угорает Алена на концертах CSBR. Как на концерте угорает Саня Тугоуков? Нет. Вокалист просто. Как, значит, угорает Дэнчик? Угорает Антон Кондаков со студии «Строй за Хьюманити». Вы готовы? Yeah.
как угорает Артур Шумский из группы Since We Are Experience? Как угорать на концертах Колян специалист? Как угорать на концерте Олег Дыня? Как угорает на концертах Стася? Прости, забыл, как тебя зовут, главный фанат мистера Дедмана. Октября в Шоколадной фабрике будет концерт, называется Back to Sub-Pop. Он посвящен началу, рассвету и закату культуры в Сиэтле во времена Sub-Pop'а. Группы, которые играют, они так или иначе связаны с гранжем, постгранжем и протогранжем. Это Look I'm Your Father, Supless, Fanny Cat Plan и Grayscales. Приходите на этот концерт, проводится розыгрыш по репостам. Тот, кто репостнет и кого выберет программа Random Apps, получит 2 прохода бесплатно на этот концерт. Приходить будет хорошая музыка, атмосфера, правильное одеяние, свитера, лосины приветствуются. И последний, 10 октября в Москве будет проходить кавер гик в Шоколадной фабрике. Там вы услышите кавера Kills, Unida, Pantera, Guess Who, The Sonics, Alice in Chains и даже кавер на отечественную группу, всем любимую. Кто не любит эту группу, тот не любит стонер. Да ладно, я шучу. Ее все любят. Нет таких людей, кто не любил бы эту группу, серьезно. Разве что Юрий из группы God Damn Hero. Это был спецвыпуск. С вами был Колян Специалист. Всем Doom Claw. До встречи на концертах. Красивые люди, мы вас ждем.